А теперь предлагаю перенестись в Англию. На музыкальном фесте Кластенберри Канье Уэст провозгласил себя величайшей рок-звездой современности. Еще больше скандалов, интриг и неожиданных гостей музыкального опен-эйр в сюжете Насти Макосты. Известный фестиваль на юго-западе Англии Гластонбери в этом году, похоже, войдет в историю. А все из-за того, что на секундочку рок-фестиваль посетил духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама. Несколько тысяч зрителей импровизированно поздравляют его святейшество с 80-летием. Затем Далай-лама выступает с речью о формировании самосознания. Мы все люди, мы все хотим счастливо жить, и у нас есть новый день. Каждый новый день мы должны ощущать счастье, должны понимать, что это наша жизнь, и все зависит только от нас. Также буддистский лидер рассказывает, что если бы не был Далай-ламой, стал бы водить трактор. В копилку странностей Гластенберри 2015 внес свою лепту и Канье Уэст. Во-первых, несмотря на недовольство многих поклонников мероприятия, рэпер все-таки становится одним из хедлайнеров. А во-вторых, неожиданный гость рок-феста прямо во время собственного концерта провозглашает самого себя величайшим рокером современности. Я величайшая рок-звезда современности. Что, сам себя не похвалишь, как говорится. Настя Макоста, про новости.